Итак, сначала прослушайте, а потом будете делать. Внимание! Все снимите носок с правой ноги. У меня нет. Сначала послушайте, потом выполняйте. Достаньте достаньте тетрадь, положите на спинку. Сначала прослушайте, потом на будете делать. Спинку? Ну, на заднюю обложку. Значит, залезьте на свой стул, положите тетрадь на голову и удерживайте ее в равновесии. Закройте глаза, возьмите тетрадь в левую руку и помашите ею. Слезьте со стула, положите тетрадь на стол, наденьте носок, сядьте и сложите руки перед собой. Выполняйте. С закрытыми глазами все это изначально. Если закрываем глаза. У меня нет носка. Ну тогда принимается, что ты помнишь об этом просто. Итак, выполняем. Закрываем глаза, чтобы не посмотреть друг на друга. Посмотрим, кто что запомнил. С закрытыми глазами, Даша. Страшно. Если я упаду со стула. Ай. А можешь не вставать на стол? Страшно. Я слишком длинная, может, я понял. Понял, все. Я типа делаю. Да блин! Села, вот этот и другой. И сложила. Ага, сейчас все положил. Ой, это перепало. Так, теперь нужно найти на положить. А кого там? Кто закончил? Сейчас. Лиза забыла подожди. Две вещи. Да. Я сейчас могу повторить. Лиза, в конце что я сказал? Помахать. В конце, в самом конце. Что же ты с собой? Сначала это, потом это. Еще не поздно исправить последнее всем. Последнее помню сейчас пока только Ирина. Я одела носок. Кто, стоп, что, повторите? Нет, носок все одели уже. Я не одела, подожди. Ну ты еще просто долго, но это не важно. Все. Подождите меня. Последнее было какое? Что я сказал последним? Руки сложить. Да, руки сложить. Ну я сложу. Наложила. Все. Кто что забыл? Ничего не забыл. Лиза не махала тетрадью. Я сначала не помахала, но потом помахала. Женя. Я сначала подержала ее ногой, потом помахала ею. То есть ты все сделала? Да. Даша, все сделала? Да. Женя? А я стул просто по-хитрому встал. Я понял, ты перехитрил. Да. Тем более хорошо. А что? А я вот так вот его перевернул, потому что боялся упасть, так что вот так вот встал.